Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в пятый сезон. В какую это серию? Уже вроде в четвертую серию. Но, ребята, давайте продолжим. То есть, наверное, сейчас или первый вариант. Мы продолжаем строить, хотя, как продолжаем? Начинаем строить наш дом где-то вот тут. Или еще один вариант, мы можем немного прогуляться и быстренько пойти, так тпхаться мы не можем, да, и не могли, и не можем, и быстренько куда-то пролететь, чтобы попытаться найти зимний биом. Конечно, это вряд ли будет, нам как минимум там нужен летающий покемон, но все же давайте быстренько, ребята, куда-то пробежимся, давайте, например, в ту сторону. Я не буду долго бежать, может там метров так, ну фиг его знает, сколько у нас там получится, но давайте как-то быстренько это мы все попытаемся сделать. В том смысле, что я хочу немного пробежаться для того, чтобы, может мы найдем даже какое-то лучшее место для постройки нашего дома. Фиг его знает. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, этот мод просто нереально помогает, да. Вот в лесу фиг мы что-то сможем сделать, так как, в принципе, это в лесу, да. Опа. Леди-ба, вот. Так как, что мы сможем сделать в лесу? В том смысле, что тут много деревьев, которые нам попросту, вот, видите, не дают пройти. 1, 2, 3, 4, 5. Все, дальше мы не можем. Нужно, конечно, сделать другие крылья, хотя бы на 10. А как, да, вот эти, 24. Ух ты! А сколько там нужно? Сколько там нужно? Там нужно 8, 8, 9, 10, 11. А у нас сколько? А у нас 6. Офигеть. Ну, ладно. Давайте в эту сторону. Опа, а там у нас... Да, там у нас биом с большими дубами. Только что фигово, что сейчас уже ночь, и нам нужно возвращаться домой. А это кто у нас? Мэджик... Ух ты! Ребята, давайте попытаемся. Может, мы даже убьем нашего первого босса, Мэджикарпа. Хрен его знает, конечно, что... Сможем ли мы? Он 44-й, а наш марштом 24-й. Ну, если он нам, если бы он нам не наносил урон, то мы бы его смогли убить. А вот так. Ну, давайте смотрим. Наверное, даже убьем, ребята. Первый наш босс Мэджикарп 44-й уровень. Хренак с тебе. Только 700 опыта как-то мало. Мат-бомб это... Ни хрена себе! И это с первого босса, ребята. Power Lens, Destiny Knot. Ну давайте, пускай будет, и так оденем. Других шапок у нас нет. Так, давайте еще вот этого. Мат-бомб. Мат-бомб, ну... По идее, она должна даже нормальный урон наносить. То есть, на данный момент у нас даже нету каких-то нормальных атак. Ну вот так. Знаете что? Я так под... О, сейчас. Голба... Нет, голба-то не хочу. Я так подумал, почитал ваши комментарии. Половина людей была за то, чтобы я использовал... за то, чтобы я использовал... Как его там называется? За то, что я использовал Покехил, а половина нет. А половина, ну, еще какая-то там парочку людей были за то, чтобы я использовал Покехил только тогда, когда наша хилка очень далеко. То есть, например, если мы находимся рядом возле нашего дома, и нас, например, на нас напали, то мы, например, сможем там пройти 10-20 метров, чтобы зайти домой, чтобы вылечить нашего покемона. А если, как мне привели там, ну, пример, да, если, например, мы там очень далеко находимся от нашего дома, и там заспавнился какой-то босс, и нашего покемона убили. И, по сути дела, что нам делать? То есть, если нашего покемона убили, как мы сможем что-то сделать, или как мы сможем его убить, если он у нас... Мертвый. И у нас, ребята, первый пакет-центр. Офигеть, давайте посмотрим, что там есть. Может, даже что-то возьмем. Мистер Майм. Потому что, например, даже если заспавнится какая-то легенда, да? Ну, не легенда, Шайни, например. Ну, или не Шайни, или тут какой-то слабенький босс, и нам нужно его убить. Опа, Саблей. Ну, он опять в земле, не хочу я туда рыться. И, например, нам нужно его убить. А как мы его убьем, если у нас покемон мертвый, и плюс к тому... Хилка находится очень далеко. А так мы быстренько вылечимся, например, если вот тут, да, нас убили вот тут. Тут мы, например,
Не будем лечиться, потому что тут есть куча хилок. Зачем лечиться, если тут есть хилки, да? Но... Вот, отлично. И даже себе украдем компьютер, ребята. Замечательно. Компьютер украли. И даже вот это украдем. Потому что это нам нужно. Если бы это была шерсть, а не кварц, было бы еще лучше. А вот это нам тоже так пригодится. Сейчас я тоже начинаю понимать, почему на серверах это разворовывают вот эти все пакет-центры. Потому что ресурсов тут, конечно, немного, чтобы воровать, но все же несколько есть, чтобы... которые, в принципе, могут пригодиться, да? Тот же глоустон для крафта... Ну, для крафта не лечилок, а рар кэнди. Но все же... Мы это, в принципе, и так не сможем скрафтить рар кэнди в данный момент, потому что там нужна куча золота, а у нас его нету. Так, ну давайте, да, вот туда еще побежим, немного еще прогуляемся. Я думаю, я не знаю, видно, ну, на максимуме это все, ребята, стоит, поэтому я извиняюсь, если темно. 7-й уровень, но все же давайте его убьем. Немного опыта, но и так пускай будет. 1, 2, 3, 4, 5. А вы прикиньте, если мы скрафтим вот это на 24, как это вообще перхать нафиг в воздухе будет, да? Вообще нереально. 2, 3. Вот так. О, там тростник, ну давайте возьмем. Я не знаю, зачем он нам нужен, но у нас даже места, если честно, нету. Ну вот это можно выкинуть. Так, замечательно. Ну, саблей в земле, поэтому... А друзья, мы сможем убить? Если сможем, то мы даже нашего маткипа. Хотя вряд ли мы его сможем убить. Хотя. Ну, если он нас быстрее не убьет. Вот, например, допустим, если он нас сейчас убьет. Что нам делать? Например, вылечиться. Если мы далеко от дома, мы сможем использовать покехил. А если мы близко от дома, то тогда не сможем. Потому что хоть какие-то правила нужно установить. Так, ладно. Вот, например, сейчас я использовал, да? Если, например, меня тут убили. Люди, не люди, а убил меня тут покемон. А тут заспавнился какой-то слабенький босс, я его хочу убить. Мне нужно будет отсюда лететь до сюда, чтобы вылечить нашего покемона. Потом возвращаться обратно сюда. И до тех пор, пока я возвращусь, уже 100%, что тот покемон пропадет. Поэтому сами понимаете, что иногда нужно и что-то другое делать. Там лава, да, наверное? Давайте еще, ребята, ну, чуть-чуть пробежимся, прям очень чуть-чуть. Я просто хочу посмотреть, ну, вдруг это что? Ни хрена себе, тыква выпала. Да ну. Я не знаю, что даже что выкинуть. Вот эта тыква выпала. Это что? Это огурец, походу. Ну, ладно. Тыква нам, в принципе, нафиг не нужна. Поехали дальше. Я хочу посмотреть. Вдруг тут даже тоже лучшее место будет для дома. Может, какое-то мы лучшее место найдем. Или даже, например, сейчас мы немного тут пробежимся. Хренакс тут глиняный биом или зимний биом. Конечно, вряд ли, потому что тут я только саванну вижу. Но все же можно немного пробежаться. И также телепортироваться мы тоже сможем. Это, в принципе, нормально, да, но, например, если нам сейчас возвращаться домой, мы уже сюда летим 8 минут в поисках чего-то и собираем априкон и убиваем других покемонов. А когда мы будем возвращаться, нам все будет нужно отсюда, вот сюда опять возвращаться. Это мы еще даже не пробежали до конца. Мяут. Ну, мяут, иди-ка ты сюда. Также, по ходу дела, смотрите, мы будем прокачивать нашего марштомпа. Говорю, если бы мы нашли тот же зимний биом, это было бы намного офигеннее, потому что там не такие уж сильные... А, я думаю, что я быстро бегать не могу? У нас уже голод. Там не такие сильные покемоны, чтобы нас убивали, чтобы мы не могли прокачиваться нормально. Там как раз оптимальный вариант, мне так кажется. Не, ну на острове, конечно, тоже, но... 2, 3, 4, долетим, 5. Отлично. А если бы было 20 или 30, мы бы вообще летали тут. Фу. Рискованно, но... Да, урончик у него, конечно. Ну вот сейчас мы можем вылечиться, потому что этот далеко от дома, и вот эта зараза, как видите, опять на нас нападает. Сейчас нас убьет опять. Ну, не бей, пожалуйста.
Замечательно. И сейчас мы можем опять вылезти, потому что мы далеко от дома. Я уже не буду это повторять каждый раз. Я просто сейчас объявляю небольшие такие правила, которые, мне кажется, будут оптимальным вариантом для всех других правил. Этого персиана мы, конечно, вряд ли убьем. Дождик. Я не хочу дождик. Я его сейчас, наверное, выключу. Просто смотрите, как темно. Охренеть. Это так темно, когда дождь. Я понимаю, ночью темно, но когда дождь, это вообще ни хрена не видно. Или про... Ну, фиг его знает. Ладно. В дождик мы тут не будем играть. Может, иногда, но не так часто. Опа. Вот видите, мы потихоньку, ребята, даже прокачиваем нашего марштомпа. Он уже 28 уровень. То есть ему еще ровно 8 уровней осталось. Или даже не 8, а 7, потому что у нас есть одна раркенди в сундуке. Побежали дальше. Еще чуть-чуть пробежимся, потом тпхнемся домой, чтобы это все быстрее было, чтобы, в принципе, не задерживать это все путешествия, чтобы долго этого всего не было. Поэтому мы сможем вот так. Нам бы, если честно, боссика какого-то найти, чтобы он хотя бы нам дропнул такой небольшой, прям очень маленький такой мастербольчик. Очень маленький мастербольчик. Это мне интересно, что? Мне просто интересно. Вот, хрен его знает, если честно. Может, пшеница какая-то? Или, не знаю, ну, на кукурузу это хрен смахивает. Может, корни какие-то? Ну, фиг его знает. То есть я в этом еще моде не разбираюсь, что тут и как. Нужно будет потом смотреть. Я еще раз скажу, я надеюсь, что это какой-то нормальный биом заспайнился, а не какой-то нереальный остров. О! Это, походу, горы. Если это горы, ребята, знаете, что мы сможем тут делать? Тут павниарды есть. И плюс к тому, у нас есть крылья, и мы сможем очень быстро по горам перебираться. Вот смотрите, мы уже на горе. Ух ты, черепашка, шакл. Ребята, просто нереальный плюс того, что у нас есть крылья. Потому что даже в том же предыдущем сезоне, когда у нас были крылья, когда у нас не было крылья, как мы перебирались? Если у нас был летающий покемон, то мы, конечно, каждый раз его кидали, садились на него, взлетали его туда, потом спрыгивали, потом опять, и вот это все. А когда у нас не было летающего покемона, то через вот эту вот хрень нам приходилось вот спускаться, переплывать, опять подниматься, например, через горы. А что нам сейчас делать? Где-то есть покемон, полетели. Павниард. Ну, конечно, днем его нету, он ночью спавнится. Шакл. Ух ты. Ты, конечно... Большой уровень. Вот тут, например, мы можем заспаниться. Мы же не будем сейчас туда бежать обратно, чтобы вылечить нашего покемона. Так. Нам бы, если честно, очень бы пригодился в данный момент бэкпак. Прям нереально бы пригодился. Он еще и лечится, ни хрена на себе. Действительно, он бы нам очень пригодился в данный момент, потому что вещей у нас до хрена, скласть их нету куда. Ну, это нужно тем же самым путем убивать милтанков, чтобы себе сделать бэкпак. Или, например, убивать милтанков, потому что вещей у нас куча, мы сможем собирать, но... То есть мы можем вот это все собирать, но некуда собирать. Что мы можем в данный момент выкинуть? Сиды, коттон, ладно, побежали. Точнее, полетели. Какие побежали, если у нас есть крылья? А вот это что, мне тоже интересно. Тут куча вот этих всяких новых хреней. Это редька или как это называется? Турнип. Охренеть, тут куча всего, ребята. Прям настолько куча, что с ума сойти. И что, в принципе, офигенно, потому что мы сможем изучать новые какие-то вещи. Нам действительно в данный момент нужны павниарды. Если мы найдем павниардов или... саблеев, то мы тут сможем мало того, что добыть себе кучу алмазов саблеев, то если мы будем убивать павниардов, то нам даже дастся куча вот этого, куча железа, потому что с павниарда выпадает железо. Вылечимся. С павниарда выпадает железо, что очень круто. Так, оп, ой, ну я же сказал опа, ты же должен был попасть. Отлично. Ну, отлично. Так, ну что,
Я не хочу, если честно, отсюда уходить, но то, что я смотрел сейчас... Опа. А, я думал, что это за фигня, это... Ух ты! Мамонтёнок какой-то. Я... Вот этого я еще не видел. Смотри, как мы офигенно спускаемся, даже не бьемся. Я хочу этого покемона. Тут куча новых покемонов, которые я хочу. Но... 3000 опыта. Тейкдаун. Тейкл. Матслэп. Офигеть. Куча новых покемонов, которые я хочу, но в данный момент у нас еще нету. У нас еще нету. Как его? Покеболов, чтобы можно было ловить. А вот тут, как я знаю, в этом биоме Flower Forest, тут спавнится Селеби, да? Но только как она спавнится, днем или ночью? Ну, наверное, все-таки днем, это же. Дневной. Ну, в смысле, мне кажется, днем. А прикиньте, сейчас мы тут летаем. Ух ты, какое тут охрененное место. Смотрите, ребята, на эту потрясающую гору. Я даже сейчас скриншот где-то тут сделаю. Офигеть! О, давайте, ребята, мы сделаем какой-то альбом в группе. Твою мать, что-то я вообще слова не могу выговаривать. Например, смотрите. Что бы выкинуть? У нас столько вещей, которые нам, в принципе, нужны, но в данный момент тоже и не нужны. Опа, вот так. Как-то вот так, красиво. Опа, селфи. Не, ну это классно. То есть смотрите, как тут охрененно смотрится это все. Смотрите, какая-то гора тупо красивая. Офигеть. Но тут места нету, где построить дом. Если, о, там еще один покет-центр. Но мы, наверное, уже кучу их пропустили или нет? Я вроде нет, только один. То есть тут бы офигенное место было для дома, где-то вот тут. Но это очень долго все расчищать. То есть, чтобы это все нам расчистить, это... Похренеть, сколько времени нужно. Поэтому, я не знаю. Ну, давайте еще туда полетим. Но эта гора... Ну, смотрите, какая она красивая, ребята. Мне одному кажется. Вот, смотрите. Вот так. Офигеть. Ну, мне очень нравится эта гора. Кому нравится, ребята, пишите комментарии, нравится она вам или нет. Но мне действительно, что-то, не знаю, так понравилось. Какая-то она прикольная. Так. Опа, опа, опа. И первый, не хотя... Да, первый наш, в принципе, мастербол. Ганлон Берри. Я чё-то... Вот ты Ганлон. Ганлон Берри. Так, Ганлон Берри. Я не знаю, тут тоже куча, вот, да твою ж. Куча новых вещей, которые тоже нужно потом будет изучать, смотреть, что они дают, что они добавляют. Вот ты Ганлон, а. Ганлон Берри ты такой. Опа, паки-паки-паки-центр. Что тут может быть полезного? Вот тут у нас есть Пачерису, которую... Я сказал, у нас есть Пачерису. Я сказал два раза, что у нас есть Пачерису. Вот, на третьей она наконец-то вступила с нами в бой. Но куча опыта нам, конечно, не дала, но все же наш уже маткип 31 уровень, что уже нормально. Собираем. Собираем. Замечательно. 25 глоустона. Ну, давайте соберем. То есть, пригодится. Как-никак пригодится глоустон на те же Раркенди, может, потом, если мы их начнем делать. А знаете что, ребята, вопросик. А есть ли такой покемон, есть ли покемон такой в моде, с которого дропается золото? То есть, например, с Мелта выпадает голд наггеты, да? Например, с других покемонов алмазы, железо выпадает. А есть какие-то покемоны, с которых выпадает не... Не вот это, не наггеты, а сам, вот само, само золото прям, ну, кусками. Это было бы нереально охрененно, если бы выпадало. Потому что это бы, ну нифига себе, пошли бы, убили того же, ну, 2-3 покемона. И просто нам выпало там бы нормальное такое количество золота, и мы бы смогли уже сделать раркен. Ёпа, это кто там? Ух ты. Ну вот тут, например, Пачерису, Шакалу. Ну давайте тут убьем. Кто это? Я так и не понял. Пикачу, Пикачу. Я тебя бы, конечно, тоже хотел словить, но извини, Пикачу. В данный момент не могу никак. Так. У нас тейкдаун есть точно. Но, наверное, на Пачерису он не очень действует, как я понял. Пачерису, пожалуйста, не убей нас. Я понимаю, ты 71 уровень. Но если мы тебя убьем, нам тупо куча опыта дастся. Пожалуйста, убей.
Охренеть! Наш хэви-бол, ребят, это вообще офигенно. То есть, только я даже не знаю, что можно выкинуть. Давайте, ну вот это можно выкинуть, да, например. Это тоже можно выкинуть. Что там еще можно выкинуть? Давайте вот это выкинем, давайте вот это выкинем, давайте, ну вот это выкинем. Так уж и быть. Ладно, опа, это мы тоже сможем. О, там еще один, еще один. Еще по черису. Вылечим сначала. 1, 2, 3, 4. И как мы быстренько забираемся. Так. Еще такой звук прикольный, как будто он действительно крыльями. Вот она по черису. Замечательно. 39 уровень. Конечно, мы с 70-го убили, а тут 39-й. Ну, нормально. Ревайв. Ну, давайте вот это выкинем. Так уж и быть. Серия уже, походу, затянулась. Да, уже, походу, нужно заканчивать. Ребята, если вам нравится этот сезон, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если наберем 500 лайков, то новая серия выйдет завтра. Это, ребята, небольшое путешествие, которое мы сейчас, в принципе, делаем, да, то есть мы исследуем, как видите, пока мы путешествовали, мы прокачали нашего марштомпа до 34 уровня, ему еще, ух ты, тут тоже красиво, а тут есть где-то место для дома, нет, тут опять тот же лес, давайте, может, туда переберемся как-то, давайте, ху, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ребята, смотрите, какие длинные дистанции мы можем пересекать. И это еще даже у нас самые обычные крылья. Если честно, сезон, в принципе, на данный момент прикольный, мне он нравится. То есть такой для меня лично интересен. Мне даже интересно играть, потому что мы исследуем все. Мы добываем ресурсы, даже с тех же покемонов мы прокачиваем нашего маштомпа. Конечно же, ух ты, это что, в воздухе? Нифига себе там дырище. Конечно же, ребята, будет намного интересней тогда, когда мы словим еще новых покемонов. Но, в принципе, сейчас тоже, мне кажется, нормально. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.